Горящий кэшбэк, то есть повышенный в несколько раз кэшбэк. Например, сейчас в Беру кэшбэк увеличили в 7 раз, теперь до 23%. А повышение они раздают каждый день на самые разные магазины. Напоминаю, что Letyshop сработает с более чем 2500 магазинов. Связной, CityLink, MVideo и так далее. При этом кэшбэк — это реальные рубли, которые вы можете вывести на карту или мобильный счет. Представьте, сколько вы можете сэкономить за год с горящим кэшбэком. Покупая без кэшбэка, вы просто теряете деньги. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь в Letyshop по ссылке в описании и забирайте лучшие горящие кэшбэки. Сегодня мы, как и обещали, расскажем еще об одной награде акции «Стратег». Встречайте! Израильский основной боевой танк «Меркава Марк 3D», расположившийся на боевом рейтинге 10.3 американской ветки исследования. Конструкторы усовершенствовали многие системы предыдущей модели, значительно улучшив характеристики машины. Главное отличие новой модификации — 120-миллиметровая пушка с углами вертикального наведения от минус 7 до 20 градусов. Дополнительное вооружение — один крупнокалиберный пулемет и еще три винтовочного калибра. Наводчику доступен тепловизионный прицел, а для постановки защитной завесы предусмотрено сразу несколько систем. Дымовые гранатометы, термодымовая аппаратура и специальный миномет в башне, стреляющий дымовыми минами. Кроме того, танк оснащен станцией оповещения об облучении. За него отвечают два датчика на корме башни и один над основанием ствола. Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части машины, рядом с местом водителя. Остальные три члена экипажа традиционно в башне. На поле боя «Меркава» далеко не самая подвижная машина, зато в боекомплекте орудий есть ОБПС М322 с лучшими показателями пробития в игре, такими же, как у итальянских «Ариэте» и «Чентауро», а также шведского CV90-120. Благодаря мощному снаряду израильский ОБТ может эффективно вести бой на любых дистанциях, а СПО вовремя оповестит об угрозе и подскажет направление вражеского облучения. Углов вертикального наведения хватит для большинства ситуаций, разве что на особенно холмистой местности могут возникнуть трудности. В городских боях танк чувствует себя как рыба в воде. Неплохая скорость поворота башни позволит быстро реагировать на маневры противника, а благодаря большому количеству дымовых гранат можно в любой момент отступить в укрытие. Слишком полагаться на защиту не стоит. Опытный противник непременно нащупает уязвимые зоны. Зато, благодаря большому внутреннему пространству, переднему расположению моторно-трансмиссионного отделения и четырем членам экипажа, «Меркава» может пережить несколько пробитий и после ремонта вернуться в строй. Кроме того, все топливные баки расположены в отдельных отсеках, и при их поражении пожар танку не угрожает. А если машина все-таки загорелась, например, от попадания в двигатель, то боекомплект защитят от детонации специальные огнеупорные пеналы. В них снаряды не повреждаются огнем в течение минуты. Все эти конструкторские хитрости позволили дополнительно повысить живучесть машины. В начале боя советуем выбирать одно из центральных направлений. Держитесь во второй линии и не спеша продвигайтесь вперед, уничтожая вражеские танки прямо в лобовую броню. А при встрече с превосходящими силами противника, не жалея, отбрасывайте дымовые гранаты и отступайте в укрытие, чтобы дождаться подкрепления.